Приветствую вас, уважаемые друзья, коллеги по хобби. Продолжаю дальше сборку и покраску Уралов от фирмы «Звезда» и «Трумпетер». В этой части покрашу рамы, покрашу внутренности кабин. Ну и, может быть, сделаю пришейдинг на кузовах. Внутри кабины буду красить краской «Хобби Колор». Цвет H512 4BO. Рамы буду красить краской X18 полуглянцевой от фирмы Tamiya. И задние стенки кабины буду красить XF19 Sky Grey. Что-то, может, попадет в видео по покраске, что-то останется за кадром. Ну, в принципе, ничего сложного нет, например, как покрасить рамы, задуть в один цвет. Потом уже кисточками буду подкрашивать и докрашивать, что мне надо. Ну и также кабины. Сначала задую черным цветом, сделаю как бы пришейдинг, сделаю тени. Ну а потом 4BO уже пройдусь по черным, по темным теням. Ну, приступим, друзья.
Закончил покраску внутренностей кабин и рам. Поставил рамы на колеса. Колеса не вклеивал. Вклею уже после того, как затонирую их. Припылю, загрязню. А пока что только прикинул, как все будет смотреться. Смотрится отлично. Покрасил и кабины внутри, за кадром. Соберу их полностью. Специально не собирал, чтобы показать, что у нас получается на данный момент. Ну, получается все довольно неплохо. Также за кадром покрашу двигатель, коробку, раздатки, глушители. Это все сделаю за кадром, буду смотреть фотографии и уже по фотографиям подбирать нужные мне цвета. В следующем видео, надеюсь, я вам это покажу. На этом, друзья, буду заканчивать эту часть. Кому интересно, оставайтесь на канале, следите за выходом новых серий. А на этом всех благ вам, вашим близким. До новых встреч!